еще. Так, Миша, в общем, не очень. Не очень в кондиции, да. Ну ладно. Было бы желание, а так мы всегда готовы. Ну что, ждем только редиапа от Вашнура. Это Open Cup, District 9 против команды FAP. Что ж так долго-то? Не знаю, что там. Что ты за пропаганду? Нездоровую несешь массу вообще. Сделайте какую-нибудь обоину с фотками команды 102. Ну, если Куки замутит, замутит у какого-нибудь дизайнера массовый какой-нибудь коллажик такой, я с удовольствием его распечатаю и во время трансляций, когда играет команда 102, буду его вешать вместо этих плакатов. Мне не сложно. Может, стоп-старт еще раз? Еще раз? Ну, посмотри, он 10 минут бегает. Ну как, я еще... Я 10 секунд назад делал стоп-старт. А, все, все. Какой-нибудь дизайнер написал лут и... с таким, такой стрелочкой показал на свой профайл. Кстати, необычно то, что... D9, они же District 9, они же 9 район, в Open Cup не играли уже пару лет. То есть они стабильно выступали именно в Еврокапе, причем они проходили через квалификацию, вот как план Б в этом сезоне. То есть эта команда, она уже отвыкла, я думаю, даже от того, чтобы играть ниже уровнем, чем Еврокап. Ну что, начинаем, у меня... Круз, да. То же самое. Пов не сбивается. Рез у Круса просто отличный. В кавычках, конечно же, отличный. Бродяга, ну, что-то боялся. Машнит он, кстати, ты посмотри как. Вот а, сейчас нормально. Александр очень сильно ошибся. Очень сильно ошибся. То есть он взял рокет, ему надо было сразу же с этого рокета начинать обстрел. А, ну или не вытаскивать его совсем. А то он помашнился, а в итоге отдал его Крусу в лапы. Хотя, конечно, там можно было и мошниться, да, понятное дело, что там на дальней дистанции, потому что не хотел даже пытаться. Слушай, ну что-то паршивенько фап начали. Рейлган отдали, ракету отдали. И... Хорошо тут Альпер разбирает. Ой, оружие теперь, ну, более чем достаточно у испанцев. Хорошо попадает. Слушай, ну... Рейлгана подряд. А где вся остальная команда? Где Д9? Квадик, ой, боже, как... Евгений не забрал. Не судьба. Добра начинает свой поход за фрагами. Шафт освободил. На красном. Не-не, нельзя. Надо на рейл сейчас бежать. Срочно на рейл или на ракету. Или на рейл, или на ракету. Ну, Добра решил. На рейл, на рейл. Вот, на видишь, рейл. Видишь, на рейлгане много. Ну как, пока бродяга один, и то он с ним не справляется. Бродяга один, но он заслонил с собой вообще весь рейл. Да. Настолько широкий. Ну, красный-то не, лежит. Не столько, сколько он с собой заслонил этот рейл, сколько этот вот Milky Way из плазмы, мешающий сосредоточиться и как-то попадать. Да, брат, чуть-чуть, на миллиметр буквально не попал, но вот исправился. Рейлган, конечно, сильно-сильно решает здесь при обороне красного. Попал он две рельсы и сразу наступательный весь пыл был сбить. Еще рейл попадает. И еще рейл. Отлично просто стреляет пока что Добра. Две минуты, фраг-фраг, делится редармором испанец. Все грамотно. Ну вот зачем полез там? Зачем полез? Не знаю, может слаги хотел подобрать. И... Сейчас должен он перемашнить Евгения, но в спину заходит ваш Нур. Который делает все-таки этот фраг. Выходит фаб вперед. Намечается потный матч. Да я уже чувствую, что мы здесь надолго застряли. Ваш Нур подобрал шафтец и еще желтый армор. Хорошо, бродяги, ничего нет. Пора на квад. Гранаты. Он подобрал гранаты. Внимание, ваш Нур бежит на квад с гранатами. Там еще лежит 100 гранат, но... Слушай, видишь, не стал прыгать. Вот как он неудачно зашел. Все, гранаты потеряны. Квад не отбить.
Я не верю. Ну, слушай, 4 секунды доклада, а народ тусуется на красном. Вообще удивительно. Ну, они правильно делают, без гранат хватит. Два испанца просто спокойно стояли, удерживали квад вдвоем. То есть команда ФАП где-то вообще находилась, видимо. Круз вообще отдалённый на характере месте. Вернулся, да, и добил Вашнура. А шотган-то зачем отдавать? Это что вообще такое? Потому что стрелять с кваженого шотгана из ту мейнстрим. Попса, да? Бах! Не попал. Круз не попал из рельса. Но это хорошо, что это никак ему не откликнулось. Ну, какие-то он очень странные дропы делал. Сначала шотган, потом шафт отдал. Ну, ты знаешь, мне это напоминает людей в таких, в таком не очень трезвом состоянии, которые... Да и я сейчас. Да-да. Вообще пилой. Пойду, да, всех убью там. Ну, аккуратно он так ходит довольно, но стек у него заканчивается и довольно бестолково, потому что ничего он особо-то и не сделал. То есть никого не подрейлил. Здесь Инверк. 4 импрессива, кстати, неплохой результат за 4 минуты. Вполне, вполне себе неплохой. Да, и надо на квад, опять же, подойти наконец-то. Все-таки заранее. Залетает вот именно с шотганом. Смотри, не тратит шафт сейчас вот на вот такие легкие фраги. Правильно делает человек, потому что защищать квад удобнее шафтом в этой ситуации. Вот он ходит здесь. Последний рукава. Красный перед поварапом. Хотел отжать, но... Испания не дремлет. 2 шафта есть. Залог успеха. Хорошая позиция у Инверка. Спалился. Бродяга. Один против всех. Забирает квад. Хорошо. Надо жить. Делает фраг. Рису подбирать не стал. Бежит на мегахелл сейчас, но его просто смашнят здесь. Убили. Поспешил. Еще и мега. Поспешил. И мега. А District 9 знают. Шакал подобрал. Все. Следующую мигу легко посчитать. 45, я на рейлган. Рейл тоже они видели, соответственно, тайминг есть. Ну и все неплохо довольно у D9. Вроде как есть более или менее оружие. Угу, откуда-то рейлган. А, это тот, который на кваде оставался. Да, скорее всего такой. И, видимо, это единственный рейлган на карте пока. Вот чем мне запомнилась вот эта вот позиция, вот, с которой Вашнур сейчас рейлит, это как один раз Лимон играл за команду 102 и с этой позиции кучу фрагов вообще сделал на... против какой-то сильной команды, там очень тяжелая была игра, и Лимон просто стоял весь матч вот здесь, вот где сейчас стоит Вашнур, и вот так тупо прыгал и рейлил. Позиция хорошая здесь. То есть ты, когда выходишь и видишь там краешек модельки вот этого рейлера, ты одновременно с этим получаешь рейл сразу. Кстати, с Вашнуром я лично знаком, виделись с ним, кажется, на лан-пати в Санкт-Петербурге этим летом. Он не играл там, просто зашел поздороваться. Ну, игра у нас действительно тут очень плотная по счету. Пора бы уже на кваде занять позиции. Ну, не торопится пока Вашнур. Почему я Вашнуром обозвал? Это потому что как там на паблике, что ли, или от кого-то я услышал. Приелось. Тем более в Питере, я думаю, Шнур популярен. Да. Ой, как хорошо залетели-то организованно, ты видел? Квад в итоге убили, и District 9 на кваде разбирается с остатками команды FAM. У меня пол бродяга. И вот здесь интересная ситуация у него. А, у бродяги я просто не могу переключиться да. на него. Бродяга. Он стоит возле шафта, но на него бежит сразу 2 энергии. Вот он успеет или нет хватануть шафт и их убить. Шафт хватануть успел. Я пока быстренько на вопросы. Битрейт у видео 2,5 мегабита на 720p. И да, бит, Джей, привет тебе. Ой, какой рокет от Евгения. Кого? Кто? Чей у тебя пов? Евгений. Он тут с хорошим вапенбаром. Теперь. Да. Есть с чем работать. Делится шафтом. Не жадничает.
пришел за своим любимым рейлганом. Народ потихоньку начинает засыпать, вливает из чата. Уже 5 человек где-то или 7. Ну, будем надеяться, на работу, что просто а запись-то будет. Конечно. Самое главное, что это запись. Слушай, фраг вообще. Как тут будет плотно такая? Ой, неожиданно. Альберт как партизан там, видимо, сверху спрыгнул, я так понимаю. Че, умудряется убежать, но нету аптек. Вообще нету аптек. Доклада меньше минуты. Размены. Это непонятно, кто в плюсе в результате. Ну, видимо, испанцы. Да, забирают они рейл. Последний перед квадом. Будет еще один Red Armor. Дабра остается на кваде, все правильно. Можно вообще спрятаться за джампадом, например, как вариант. Решил выйти, за одну аптеку взять. На кваде. Оказалось удачно. Испанцы уже встали на кваде. Во спину, кто шафтит спину? Во снур. Штырячок во шнур. Вот шакал, ты посмотри. Шаг, вообще его струю просто не остановить. Разобрал. Просто разобрал. Прорвал, пацана. Ты посмотри. Альпер жирует, позволяет себе еще и обратно на рейл. Впитал там, да, впитал плазмы. Ну, надо за аптечкой бежать. Она как раз где-то вот сейчас должна появляться. Вот этот полтинник. Да, есть он уже на месте. Ну, страшно ему выходить, 60 хп могут попросту смашнить. Попал. Здесь наконец-то фраг. Бродяга первый. Под горячую руку. Шафт будет свой. Смотри, как интересно D9 стали. Ну, кто там спину рейлит-то, ё-моё. Отлично вообще просто. Ни за что, ни про что. Получил от своего. А ну давай, форс. Твой чудо-прогноз. Кто победит? Я не буду говорить, зачем. Зачем убивать интригу? Сейчас все пользователи просто выключат стрим и пойдут спать. Слушай, Альберт нормально так шафт. Справляется. Ух, с одним хп убежал и сохранил шафт. Но это, конечно, не без удачи. У него получилось. Еще аптечку взял. Ему бы сейчас еще красный подобрать. Для этого надо плюсово подраться на красном. Но нет, все-таки уже не подберет он. Красный армор. Испанцы сверху. Ну, сейчас смотри, изверг атакует, ракета. Убили. Одна секунда до красного. Нет, все-таки шакал забирает Red Armor и с ним умирает. На распей. Ну, все правильно, испанец. Опять один ХП. Это часто народ начал уходить на одном ХП. Так, и квад. Слушай, так быстро все происходит, что я даже не успеваю. Да я тоже, ну на одном дыхании сегодня играю. Вот, идут. Скорее всего, это после наискучнейшего фейса, который нас сегодня ждал. Тут уже как какой-то вот такой экшен происходит. Так, Круз падает и Дабра. Какой рейл? Зачем? Ну, 73 армора, 73 армора. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бежать! Прыгнуть нельзя, разобьешься. Сейчас хочется, так найти хочется полтинничек. Ну, вот он, родной, хорошо. Ну и все, и можно борзянку включать. Надо сразу смотреть здесь респы. Вот, полтинник зря. Ошибка. Не, ну не сколько полтинник, сколько рейл. И Дабра очень тактично сыграл, пока тиммейт развлекал квад, он запрыгнул на джампаде и сделал этот фраг. Спину вот тут у вас. Ну, подошел. Как потно-то играют, ребята. Да не говори. Прямо нос к носу. Идут. Повезло Васнуру, еще бы чуть-чуть выше и как раз на минус 100 была бы ему ракета. Занял вроде как неплохую позицию, но она слишком явная. Да, и промазал сразу. Первое, куда проверяют. Выходит District 9 вперед. Хотят следующий шаф забрать обязательно. По сути, еще два красных армора, а вот Дабра вот это зря сделал. В одиночку вышел, туда надо выходить, когда кто-то из тиммейтов там с двери заходит. Ну, в итоге иду, смотри, атакуют красный, Дабра снизу, сшавчивает бродягу, раз, лежит армор. И фап лишается красного армора.
Слушай, красиво, как они все сделали. И многолетний опыт тоже игры именно одним составом тоже сказывается. То есть насчет сыгранности здесь вопрос даже не стоит. Чисто теоретически можно было бы забрать следующий красный и идти на квад. Но это что касается фоп, потому что, судя по всему, им на кваде уже там не занять позицию. Поэтому вот красный сейчас лежит. Забирают они красный, но уже поздно. Надо было его сразу забирать. Евгений залетает с автоматом, умирает. Вот просто понадавались сейчас фаповцы. Да, не стоит. Там и шафт отдали, и красный, скорее всего. Это очень облегчает задачу шакала. То есть. Ой, респы какие неудачные. Ракету еще бродяга дропнул, который шакал делает этот экселон. Ну посмотри, семерочка фрагов! 8! Еще парочку респов нужно, и здесь еще один есть изверг. 9 фрагов за квад. 9 фрагов. Только Павел на этой карте, на моей памяти, один раз делал 9 фрагов с одного квадрана. Обалденно. Просто супер квадран, супер. Ты посмотри, и сразу отрыв стал 12 фрагов. Впервые вообще за всю эту игру отрыв превысил 10 фрагов. Потрясающий просто квад. Да. Есть что посмотреть в этой игре. Появился не самым лучшим образом, который, кстати, выигрывает фан. Сейчас, если лица появится. Васнур очень тактично сыграл. Вот здесь не стоит драться, отдаст сейчас ракету. Лучше эту ракету передропать полному тиммейту, который сейчас пытается смашнить Дабру. Евгений прыгает, никак не может ничего забрать. И очень много мощней Евгений получил. Да, убили его. Ой, сотка армора была у изверга, да? Он умер сотка армора? Не знаю, я просто смотрю сейчас. Я так поглядел. Да, просто шакал вообще в ударе. Он с плюс 20 нетов идет. То есть явно прет парни сегодня. Хорошо он попадает. И квад, похоже, что опять его будет. Ну, вряд ли он повторит, конечно, 9 фрагов. Но почему бы и нет? Ты посмотри, какой стек он получает. Не, ну, по крайней мере, он никого не боится, да? То есть 9 да, фрагов, вообще. Может быть, это перебор. О, бродяга, ой-ой-ой, хорошо пошафтил, но умрет. Рано или поздно, бродяга! Сшафчивает весь этот квад, и Васнур завершает его работу рельсой. А ты говоришь, стек большой. Ну, удивительно. Я просто не понимаю, сколько там было брони у бродяги, что он выдерживал весь шаг вклада. Ух ты, Круз, хладнокровно. 7 импрессивов. Да, с таймингом на рейл у испанцев сейчас все, я смотрю, отлично. Приходят секунда в секунду. Отрыв уже 15 фрагов. Очень медленно, но все-таки отрыв растет. Так, секунду. Опасно. Форс, видимо, отошел пока. Ничего страшного. Комментируем в одиночестве. Опять атака на рейл. Вчетвером всей командой пришли испанцы. Посмотрите, как образцово просто ребятки следят за рейлганом, чтобы никто его не унес. Не покушался. 4 человека вообще ничего не сделать. Успевает в пятку Круз попасть. Быстренько посмотрю его. 42% рейлган, ну такой, то есть. Не впечатляет. И мажет вот здесь легкий рейл уже был. Закончились у него патроны. Но есть шафт, есть чем работать. Так, я снова с вами. Круз в спину пока шафты получил. Но забрал он рейлган, кстати. То есть не будет уже рейлгана. Еще один импрессив. Я так погляжу, это предпоследний квад, и фап надо что-то делать. Гранаты, гранаты, бродяга! Ну, прямо ни в кого не попал. Блин, не попал гранатами. Какой резкий рейл от Алперта. Выход на центр. Здесь. Ждал он респаун, что кто-то попробует. Ой-ой-ой, изверг. Попал здесь шотган вообще без вариантов. Минус 3. Битые были совсем испанцы. Это... Без полкарты шотгана. Просто бред сивой кобылы. Он там, смотри, еще что-то какие-то... Фраги с этого шотгана.
Ну, нужен камбэк теперь нашим ребятам. 15 фрагов. То есть будет еще один пауэрап. Надо как-то что-то придумать. И битва за Рео. Слушай, отчаянно обе команды вот именно за этим девайсом ходят. Там по 3, по 4 человека, не стесняются. 10 фрагов, отрыв сокращается, 2 минуты. У кого есть валерьянка, доставайте. Чувствую, что там будет. До конца борются. И атаки. Ну что, 50 секунд. Всего лишь 50 секунд до последнего пауэрапа, который, видимо, решит как раз, кто будет победителем на этой карте. 40 секунд до квада, 10 фрагов в отрыв. Форс, есть прогнозы какие-то? Пока нету никаких прогнозов. Ай, мажет извер. Слишком много переменных. Есть квад, есть часто меняющиеся лидеры на красном арморе. Пока очень тяжело говорить. Без поддержки извер, там самому вообще было не справиться. Он все верно сделал, не отдал фрагу, шел вниз. Здесь, ух ты. Отдал шатган шаг. Ой, как много тут фаповцев. Ну давайте, ребята, держитесь. Держитесь до конца. У вас Нур понимает, ну, видимо, думает сейчас фап то, что контроль на кваде будет сохранен. Вас Нур ждет этот красный мор. Изерг. Изерг с квадом. Да, держит он. Редар мор сейчас специально для изерга. Выходит он на лестницу. Я уверен, прячутся. Я уверен, они где-то вот. Либо на миге, и изерг сейчас очень опасно идет. Он будет заходить снизу. Смотри, заходит снизу, никого здесь не находит. Тиммейты уже где-то там борются. И здесь принимают! Ой, как страшно-то тут! Ну, делает он первый экслот на РСП, убивает Круса. И отвлекают тиммейты других оппонентов. 5 фрагов, 30 секунд. Ну. Желтенький подобрали. Есть еще 2 секунды квада, залетай. Не удалось залететь. По респам гоняют, просто по респам. 5 фрагов, 20 секунд. Красный лежит. Испанцы, еще нельзя красный. Понимаю, просто не респают. 4 фрага, 15 секунд. Крус здесь, надо добить. Хорошо, 3 фрага. 10. Где-то Изерг бегает, не понимает, где борьба. 2, 5, 4, но тут сделали фраг. 3, 2, 1. Со счетом 152-150 выигрывают District 9. И больше всего дэмэджа нанес здесь Евгений. Посмотрим полную статистику. Ну, кто тут впитал-то? Бродяга больше всего впитал, да. Что-то он... И по нету в минусе, и по полученному дэмэджу. Хотя нет, там полученный дэмэдж больше только у, я не видел у кого, но там есть он. Явно есть. Следующая карта DM20. DM20, Юджио! Да, я знаю, я же говорил, что я вообще сейчас... Ты представляешь, что сейчас будет? Тут, да, трэш и угар. Трэш и угар. Так. А бродяга, да, я сказал, что я ему только на лане проиграл, а так это паренек, более известный, ну, ранее известный на паблике под никами Акре, Омен. Может быть, вспомните, кто-то играл с ними дуэльки. Вот. На какое-то время вроде как забивал, но потом вернулся. Да. Давай голосование на количество... Запили. Голосовалку, но это, конечно, можно. Ты только крикни, как матч начнется. Просто чтобы делать голосовалки, я всегда включаю камеру, чтобы... Там испанцы пока еще не рэди, наши все уже рэди. А голосовалку кто победит? Да, но квадран, кстати, в 9 фрагов меня крайне включит. Да там вообще вся игра это... Можно разбивать на микромоменты и устраивать демошоки. Кстати... Ну, в этом сезоне, понял. Я думаю, нароем мы какую-нибудь демку. Ну, я надеюсь. Та, тем более... Потерялась. Да, да. Обещали мы. Но не сговариваясь, оба форматнули компы. Переустанавливая Windows. Думая, что она сформировалась у другого. Такой вот фейл получился. Да, привет. Да. Привет всем, кого не видел. Даже ручкой вам могу помахать. Застегнись. Я расстегнулся. Ну, бывает. Тут просто... Вообще, перед началом матча 102 и сборной Чехии тут творилось на этой студии что-то с чем-то. Так, начинаем.
У меня вас Нур. Да, так и есть, поехали. 3, 2, 1. Ну что, тут главное респы. Всегда. Хороший респ у вас Нура, плюс желтый, плюс Rocket Launcher. Опа. Кто-то вылетел, да? Да. Это называется экзакать конфиг. Ну, будет ли... Рестарт? Рестарт. Или... Ну, по-хорошему можно сделать, потому что всего 2 секунды. Ну, не будут, видимо, 2, делать его. Уж какие есть респы. Так, смотрим. Тут самое главное, это будет второй красный. И рейлган, соответственно. Вот сразу двух человек вас Нур встретил. Сделал один. Смотри, как четко дропнул шотган и упал вниз. Сейчас шакал. Вот, ну сколько рокета он промазал. И даже не смог убить. Обидно. Казалось бы, можно было. Пора на квад. Ситуация фраг, да. Пора на квад. Шакал последнюю рельсу попал. И остался в одиночестве. Шакал на кваде. Изгородь заходит. Тут и ваш Нур. Но какой экслон! Борьба на кваде. Когда же он появится, неизвестно. По-моему, сейчас испанцы на пауэрапе. Но бродяга с шафтой... Может добежать. Смотри, все сейчас из ФАП идут на квад через А. И там их будут принимать ракеты. Да, в итоге остался Дабра живым на кваде. И вот 42 на КП. Минус один. Ну, свой же не пускает. Неплохо. Если бы Евгений знал, что его там будет ожидать квад, то он бы смог его убить. Но вот фортуна ему сегодня улыбнулась. Зареслся он прямо позади этого 13-хитового квада, убил его и забрал шафт. Правда, красный вновь достается испанской команде. Смотрим, ой-ой-ой, телефраг. По подборам пока 3 красных на 1 у пользу ФАП. Получше они пока за ним ходят. Но здесь все же контроль оружия, наверное, важнее. То есть шафт и рейлган. Они очень быстро освобождают игрока от красного. Если тот пустой. И лидерство пока на этой карте захватывают русские игроки. Посмотрим, смогут ли удержать. Все впереди, 18 минут игры. Оставляют шакал рейл. Русские подобрали его, но там, похоже, его выбили. Так, Евгений. Ну, выключи ты этот рейл, да боже ж ты мой! В итоге, вот сколько было ситуаций у Круса выключить этот рейл? У тебя чей поп сейчас? Евгения, да что ты будешь делать? Ну, ты видишь это, Южу? Вот я только на Евгения переключил. Ну, там телефраг, ну, там просто Евгений... А, ты не видел, то есть, всего того, что происходило? Нет, нет. То есть, Евгений падает на Круса, у которого 5 хп, с шотгана в руках, раз стреляет, промахивается, Крус в него стреляет, тоже мажет. 2 стреляет Евгений, Крус опять мажет. 3 стреляет Евгений, Крус снова мажет, но до сих пор держит этот рейлган в руках. Ну и в итоге Евгений его убивает после этого. Вот, и потом выходит в телепорт. Да. И Крус забрал. Да, потом в итоге Евгений просто выходит в телепорт, и там его телефрагает Изер. Вот таким... Минус 2. Таким трудом просто достал этот рейлган. Хороший контроль сейчас на шафте. Есть оружие у 3 испанцев минимум. Не надо лезть, кучу машины просто получишь. Тебе шакал решил уже до конца пойти там в погоне за фрагом. О, какой рокер. Не нужно здесь преследовать, тем более скоро мега красный лежит, до сих пор лежит, очень долго лежит. Наконец-то забрали. Вот какие, первая ракета хорошая от шакала была. Порадовал он нас квадраном в 9 фрагов. Последняя ракета передроп. Там сверху должны появиться патроны к рокету, так что дроп это был бы неплохой. И здесь помогает с помощью шотгана отогнать, по-моему, Евгения. Что ты там затих? Я читаю чат, там смешные сообщения очень. У нас на шахте не менее смешные размены, ну смешные для ФАПа и грустные для District 9.
сейчас папоцы контролят шафт и забирают еще мега хелс. Ну вот, я думаю, что нужно на квад выдвигаться. Здесь там супер заранее не надо, но вот секунд за 15 уже стоит бежать. Ой, есть, кстати, супер стек у изверда, есть рейлган. И вообще все просто отлично пока что. Да, частично стек он теряет, но для ДМ-20 того, что есть, с головой достаточно. Ой, сколько машины, да ладно. Он не смог убить товарища с машинганом. Дикие размены. Что-то я не понял в этом моменте. По-прежнему лидирует ФАБ. Но Денайн уже, смотри, на шафте. Ну они так и стоят вообще последние минуты. Вот что Дабра вытворяет? Да. Понятно, Мигу! Мигу забрать надо! Да, Евгений ладно. Или кто там, Мизвер забрал, хорош. Ну, может, замашнить-то его надо, что перчаткой. Алкар пока бежал за ним с перчаткой, в итоге растерял весь степ. Вот он, шафт долгожданный появляется, Дабра его подбирает, целый, у него 100 на 0. Еще подобрать какой-нибудь армор. Сейчас проходит инфа то, что все энеми на Б. Евгений со спины заходит, у него 150 армора, он не боится даже шафта на открытом пространстве, в любом случае до него добежит. Ну и сейчас позиционно грамотно очень играет ФАБ. Уже не есть рейлган, это хорошая новость для наших. Умеет он с него попадать, правда, вот пока что-то мы не видим его супер стрельбы. Может, не идет. Опять мажет. Ну, это плохо. На ДМ-20 из рейлгана попадать — это как бы залог успеха. Согласен с тобой абсолютно. Здесь, если с рельсы мажешь, то теряешь огромное количество просто фрагов. Если ты с рельсы мажешь, то ты в первую очередь открываешься на шаб. Ну, естественно. Который контролит энеми. И вот следующий поворот будет за D9 точно. Вот Крузвелл. Ну почему он не хочет развернуться? И классный дроп ему дают сразу же. А, ошибка, зачем? Шатган включи, друг, ну! Ну, Круз валидолит. Бред делал Круз вообще откровенный. То есть, типа, я такой вот крутой, что я вот точно попаду из рейла. Вот точно попаду. В результате он просто здесь стек. Чуть не отдался на самом-то деле. И сравниваю. Ну опять нет, какой рейл! А, да ну тебе, Круз. Вообще. Унылый ты, чувак. Ну, здесь, ну, сказал, вот что он делает? Ну, бред бредом. О, хорошо, как бродяга вообще аккуратненько смотрит. Рейлгана. Хорошо, отработал. Жалко, последний рейл не попал. Люблю я эти битвы за красные. Да. А что у нас с шафтом? Я так понимаю... Денай, ну, Дабра сейчас туда... Вообще никого. Вообще никого. Пришел? А, окей. Мой будет. Но вот сейчас он забрал шафт. Главное, что не отдал синей команде, да. Сейчас своим тиммейтом он выигрывает ровно 30 секунд времени, чтобы там рельсу подобрать красный, да, пока он немножко полегче сражаться. Кого я на меня шафта? Плотно-плотно идут. Испанцы подсократили. Все-таки клад был такой далекий от идеала, но немножечко они отыграли пару фрагов. Да. Посмотрим на этом кваде, кто окажется раньше. 20 секунд уже самое время начать бежать. Начинают сыпаться испанцы. Их по всей карте разбросало. Их убивают. И опять же, только они до 7 фрагов сократили отрывы, сразу же отдали и подряд 7-8 фрагов. Посмотри, как ФАБ уверенно борется на А. Рокетжа! Ух ты ж, ёжик! Еще и унес с собой. Ну, красиво, красиво. Кто-то там сыграл, не знаю кто. Просто супер. И квад унес, и еще и экселленс. Ничего там лучше придумать было просто невозможно. Здесь битва на перчатках будет. Евгения отстрелили. О, еще и рейл есть. Делится Альперт рейлганом.
Круз отлично в упор попал, как из шутгана просто щелкнул. Еще один фраг. Вот Круз как раз таки попадает. Все у него хорошо с Аимом сейчас. Но вот, вот это он уже, конечно, напрасно, я думаю, сделал. Ну, ничего плохого не получилось, потому что отдав рейл, Евгений его поднял и сразу же практически и умер. Альперт 100-100 с шафтом. Снизу заходит. Ну, не лучшая, конечно, позиция подниматься вверх. Но, к счастью, его никто не встречал. Нас изверху просто натолкали ракет. Врывается Альпер на Red Armor. Получает гранату бродяга. Через пол карты, причем, которая там уже докатывалась по инерции из последних там все. Круз опять попадает нормально. Еще раз попадает. Выключить надо только, ну. Ну, Круза не... болезнь вот этого рейлгана. Нет, там не было в него времени. Синдром последнего рейлгана это называется. Вот, хорошая дропа сейчас. Прогнали Евгения с рельса. А тут он пилит. И ну, ожидаемо так... это было. Смотрел шакал сразу резко. Надо вот сейчас. Опа. Вот это очень зря. В спину зашел Изерк, все это всех раскидал. Опять его поврам. Тоже свой клад. Причем жирный будет клад. 100 на 70 по местным меркам. Тут ты просто красавчик. 170. Вот оно как. Плюс 15 в счете. И теперь для испанцев начинаются тяжелые 20 секунд. Просто разрывается. Изверг. Трех энеми, сразу два. Excellent он делает. Ой, вот это халява. Да. Ну, он решил ну, ракетой убить еще и бродягу. Всех сразу, да. Знаешь, как говорят, умру, но газ не сброшу. Вот он типа того, то есть буду мочить уже всех, даже если там свои. Здесь вот опасно заходить, там три испанца. Одного он, правда, неплохо ускорил ракетой. Слушай, что они так выпрыгивают вообще? Потому что шафт лежал. Поднимите шафт, да, стойте дальше. Они как зайчики куда-то там попрыгать хотели. И отрыв, конечно, вырос сразу же. Еще десяточку накинули. То есть теперь 20 фрагов. И к успеху пока идут русские. Оружия нету у D9. Два человека с машинганами. С машинганами тут, конечно, можно повоевать, но недолго. Как вовремя, секунда в секунду четко успел забрать еще и Мигу и Изверг, не смог ее украсть из памяти, но это говорит о том, что есть тут D9 тайминг на эту Мегу. Приходят они на нее вообще четко. Хорошая дропа сейчас от Изверга, все он отдал, оставил только шотган себе. И на квад, куда ты бежишь? Друг, клад с другой стороны. Что контролить, контролить типов на шафте, наверное, ему хотелось. Да, Дабра, развернись, и вот, ну, не знает он то, что сзади бежит бродяга с 18 хитами, мог бы вполне его убить. Бродяга в одиночку, оставит. Оп, перед дропом. Да, все четко сделано, отрыв еще продолжает расти. Здесь Васнур уже хорошо разбирается. Удобная у него была позиция, сверху вниз шафтить. Без вариантов. Нету респо... А, нет, есть респ. Просто он его не дождался. Игнорирует аптечку Васнур. Несется опять на мост. Ой, хорошо, угадал он. Угадал с направлением. На шотган, так сказать, пытался ловить энеми. С рельсой постоял, посмотрел, но никто не пришел. Здесь опасно лезть. Ну и можно, в принципе, постоять. Не обязательно куда-то торопиться. Просто пособирать халяву. Вовремя он подходит на красный помочь, делает фраг. Минус рейлган. Слушай, ну все, рассыпаются испанцы, по-моему. Последние вот пару кладов, которые они не забрали, у них просто выбили почву из-под ног, и теперь они как-то совсем уж потеряны. Расхлебаны, бегают по карте. Отрыв растет вот реально каждую минуту уже 30. Сколько? 37 фрагов. Ой, там вообще пацанов на красном. Посмотри, как много. Если Марселимит есть стандартный 50, то... Вполне может быть, да. Да, ну, такими да. Этапами есть все шансы его увидеть. Если удастся забрать еще пару кладов подряд,
в три шотгана. Такие отымели там кого-то из наших, ну, со стороны вообще жутко выглядело. Так. Ух ты, красиво, красиво, Круз. Сейчас вышел прямо, лицо поприветствовал. Из дуплета. Еще раз, кстати, хорошо попал. Ну, все-таки квад заберут сейчас, Денайн. И посмотрим, посмотрим. Да. Гранаты летят снизу. Опа. Что а делать? Это некоторые элемент неожиданности. Вот такие вот гранаты снизу. Можно там в попыхах не заметить и спушать. Парочку другую. Да, вот здесь надо аккуратно за углом могут ждать просто слева там. Боится он идти от тебя. Должны тиммейты заходить. Да, вот кто-то впитать, кому-то впитать, Евгений. Ну, бродяга в итоге сейчас заберет два шотгана шафт. Ну, команда как-то так невыразительно сыграла. Если бы сразу забежали, то он бы ворвался, всех убил. А так, чтобы всего пару фрагов, получается, сделал. И на этом квад сдулся. Да. Ой, тут красиво сейчас прорейлили бродягу. Но в целом, то есть, надо ничего не менять, просто продолжать то, что сейчас делается. Успел передропать шафт, красавец бродяга просто. Отлично сыграно. Ну что это, боже мой. 4 шотгана не попал. Кто-то из своих. Как-то странно уже говорить о интриге, но тем не менее она есть еще. Тем не менее, Денайн, да, если да. Два квада этих заберут и как-то поувереннее начнут контролить карту, то вполне может быть, что затащит. Ну и самого квада там. Если Круз там, да, Круз прекратит стрелять из рельс на 9 китах по 3 раза подряд и промахиваться. Если он прекратит, там прекратят испанцы подбирать поварапы, и когда есть 100 на 100 шотган и рейл, стрелять из рейлгана в упор и промахиваться, и в итоге лишаться всего армора. Ну, квад же. Ну, изверг. Отлично. Успевает он. Еще и желтый прямо перед ним появляется, но просто все шансы. Понял, что не добежит, и решил ловить внизу. Просто ловить. Акват так и делает, но правда тут кто кого еще будет ловить, потому что у него 100 армора. Лучше от него вообще убегать. Ну что, будет камбэк? 22 фрага, кстати. Да, чуть-чуть подсократили. 35. Так не чуть-чуть, нормально подсократили. Зашафтил бродягу. Надо бросаться в догонку. А, и здесь еще убил, нормал. Можно бежать дальше. Бегают гуси. Догоняй, собирай фраги. Еще один рез. Ой, я не увидел, кто там красный забрал. Слушай, два шафта у испанцев, ты посмотри, что творят. Ну, не знаю, не знаю. Тут вот еще я бы не сказал, что вот на 100% фап уже выиграет. Еще вопрос есть, формы. Есть момент. Да, вот тут смотрите, сколько фрагов! Ну кончается шафт у Шакала, он раскидывает одного, второго, третьего! Минус 3. И бродяга еще на распил. Ты... Много брони у Шакала, ему нужна аптечка. Но была мега, забрал кто-то. Нельзя дать шат сейчас Шакалу. Ой, там рейл видел? Какой буст по фрагам сразу же. Да, ну хорошо, они так подсократили. Может опять валидольчик. Как и на первой карте, а? 14 фрагов, было 35. Нет, 37 было. Слушай, можете считать меня за предателя, но я хочу, чтобы этот квад забрали Денайн. 20. Но я хочу третью карту. Фрагов отыграли. Слушай, 20. Давайте, да-да-да, граничные условия поставим. Я хочу квад за Денайн, но я хочу третью карту. Вот примерно что. 10 фрагов. Последняя минута. 10 фрагов за минуту. Более чем, ребята. У кого там остался Карвалол? Внутривенно, сразу же. Бродяга, смотри, решил не идти на этот квад, но там, похоже. О, не-не, добро забирает, но у него всего лишь 100 хп. Убивает ваш Нура. Сейчас начинают халдить. Здесь минус 2. Не стал бежать за желтой. Вот опасно, опасно очень играет добро. Очень опасно. Здесь где-то был бродяга, у которого 100 армора было. Или его уже убили. 9 фрагов, ну-ну-ну. Прячутся, явно прячутся.
Снизу рельет, смотри. Вот, одна рельца. Кончается квад, со спины заходят. И десятка фрагов. Не, вряд ли уже. 10 фрагов, да. Какие потные игры. Вообще. Выдыхать. Все, это GG 1-1. Страшно подумать, что мы вообще можем увидеть на третьей карте. Да. Что, ребята вообще жгут. Пацаны вообще, ребята. Так, смотрим чат пока. Сейчас. ТДМ стрим сегодня, что зоопарк? Это верно.